Ребята, здравствуйте! Сегодня мы будем кормить пеликанов. О, как они едят! Красота! Багира тоже пришла на кормление. Какие звуки издают интересные. О, ничего себе. Ничего себе. Вот это да. Как быстро они едят. Прям чуть не в ведро уже залазят, лишь бы только досталось побольше. Ребята, обратите внимание, у них на конце как игла на клюве, поэтому надо уметь аккуратно кормить, да, чтобы пеликаны не повредили вам руки, поэтому самостоятельно так повторять, конечно, нельзя, потому что у нас сотрудники, специалисты, они уже умеют кормить, знают все нюансы. Как интересно они выстраиваются. Вообще. Прелесть. Они у нас живут на озере, у них здесь озеро, они неприхотливы. Сейчас я вам попозже озеро покажу. Наелись барабульки. Да, вы расскажите, пожалуйста, почему зовут барабулька? Когда нам первую пеликана принесли зимой, у нас была рыба-барабулька. Мы покормили его и назвали всех барабульки. Вот так, ребята. Теперь они у нас барабульки. А сейчас... Лебеденыш пришел тоже покушать. Ему только будет другая рыба. Он любит тоже рыбу. Это лебеденок Мартин, который вырвался у нас. Это наши лебеди его вывели. Вот так, ребята. Это наши малыши. Окраски принимает белую окраску. И будет красиво. Похоже, что он здесь будет самец. О, вот так вот. Нам даже сказали. Видимо, это будет лебеденыш мальчик у нас. Красавец. Сейчас он оперится, будет красивый, белый. Малыши, это наши. Абсолютно спокойно уживаются с пеликанами вместе. Красавцы. Сейчас я вам покажу озеро, где они плавают, любят. Барабулики. Они покушали. Здесь у нас плакучая шелковица. Вот так вот. И сейчас вот здесь мы любим плавать. Просто красота. Вот так. Поели. Попозже поплаваем. А ну-ка. Вот так, вот так. Красавцы. Красавцы. Так, боже, как красиво. Красота. Просто красота. Продемонстрировал нам.
Все чистит перышки. Вот так. Сейчас буду принимать ванны теперь. Заводнение. Барабулька? Барабулька. Вот так они радуются, покушали. Красавцы. С ними еще плавают дикие утки своей стайкой. Красота.